Мама, папа, я – спортивная семья. В Иванове прошли соревнования среди замещающих семей, где воспитывают детей, оставшихся без попечения родителей. В регионе таких больше 2000. Сегодня Международный день семьи. Мы решили возродить старую добрую традицию проведения областных спортивных семейных праздников по принципу «папа, мама, я – спортивная семья». И даже не стали креативить, а выбрали именно это название. Мы подумали, что сегодня хорошо бы начать возрождение этой традиции с наших замещающих семей. С инициативой провести большой спортивный праздник выступали и семьи. В итоге мероприятие получилось не просто большим, грандиозным. В нем приняли участие свыше сотни человек. Каждой семье необходимо было пройти 10 состязаний. На всех этапах важна в первую очередь сплоченность команды. Каждый день тренировка готовимся. Мы как бы входим в сборную по ушу. Родители, наверное, не знаю, с утра, наверное, бегали или зарядку делали. Да, приходится обязательно всем этим заниматься. Они в спортивный лагерь ходят, так что у них спорт – это их жизнь. Много было эстафетных состязаний, соревнований на меткость и ловкость, различных игр. Но для замещающих семей высокие результаты не так важны. Главное – напомнить друг другу о том, что вместе семья – это сила. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.